7 марта в стенах администрации Каспийска состоялось заседание по подведению итогов работы добровольной дружины города Каспийска. Данная встреча прошла под председательством заместителя главы города Арсена Шерифова, который, в свою очередь, в приветственной речи отметил, что администрация города поддерживает деятельность ДНД. На повестке дня обсуждались итоги проделанной работы отдела МВД Российской Федерации по городу Каспийску во взаимодействии с народными дружинами по охране общественного порядка на территории города за прошлый год. С учетом, что у нас город, сами знаете, расцветает, он становится больше, все проводимые мероприятия у нас, то есть республиканского значения, проводятся именно в городе Каспийске. У нас на территории обслуживания имеется большое количество спортивных сооружений, где очень много проводится спортивных мероприятий, потом и такие, и другие, и поэтому на нас обращают внимание. На заседании было отмечено, что за прошлый год добровольной народной дружины была проделана хорошая работа, а также были достигнуты неплохие результаты по охране общественного порядка и профилактике преступности в общественных местах. В республике межведомственные комиссии отмечают положительную нашу работу, и как за опытом некоторые сотрудники к нам ездят. Но нам не следует останавливаться на достигнутом. Как Борис Иванович говорит, всегда шаг вперед надо каждый раз делать. Отметим, что распоряжением администрации города Каспийска было решено наградить грамотой главы городского округа дружинников отрядов добровольных народных дружин и вознаградить денежной премией дружинников и руководителей штаба ДНД. Асият Умалатова, Марбек Газиев, новости телеканал «Среда».